Я премьер-министра предупредил и правительство, если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей, правительства не будет. Будут работать другие. Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем шить для населения в этих аптеках. Они же идут шарфами, закрываются некоторые люди, правильно делают. Ну так неужели мы маску не можем шить? Но говорить сегодня о том, что у нас где-то дефицит, это недопустимо. Поэтому если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять. Магазины, некоторые аптеки в 2-3 раза цены подняли. Как в России, в 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно. Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимоны, на чеснок и цибулю. Слушайте, лука у нас не хватает, а? Разбирайтесь.